Совещание проводил заместитель главы Александр Новиков. Он представил нового председателя комитета по городскому хозяйству и промышленному комплексу Евгения Катухова. Коммунальные службы города готовятся к осенне-зимнему периоду. Сейчас завершаются ремонтные работы на тепловых сетях 3-го микрорайона. Также устранены неисправности на магистралях 6-го микрорайона. Продолжаются кровельные работы на крышах многоквартирных домов. Начальник отдела полиции по Десногорску Юрий Гришин доложил об обнаружении мины времен Великой Отечественной войны. Отряд саперов МЧС из Смоленска займется ее разминированием. Анна Королева рассказала о мероприятиях, приуроченных ко дню освобождения Смоленщины от немецко-фашистских захватчиков. Приглашаем десногорцев и гостей нашего города 25 сентября в 10 часов на Курган Славы. Торжественный митинг, посвященный 75-й годовщине освобождения Смоленщины. И в 18:00 на праздничную программу «Городская летняя эстрада. Родное сердце. Смоленская земля». Также Комитет по культуре, спорту и молодежной политике приглашает десногорцев на вечер памяти и скорби, который состоится 23 сентября в 6 часов вечера в храме всех скорбящих радости, а 24 сентября в 11:30 на торжественное перезахоронение останков погибших воинов на Кургане Славы.